Ладно, короче, ребята, все... Ой, все физически... 10 раз крутить обруч. Выступает мастер спорта по кручению или вращению... Закручиванию обода. Всем привет! Это канал Тикидо, и сегодня у нас челлендж. Друзья, сегодня у нас будет челлендж, веселый челлендж. Вот с помощью вот этой игры, которая называется Фантастик Гимнастик. Многие, наверное, из вас уже видели, что это за игра. Смотрите условия этого челленджа. Этот чувак крутится. Вот здесь вот есть две кнопки. Надо будет его раскрутить и нажать на красную кнопку. После чего он должен отсоединиться от турника и приземлиться вот на эту платформу. На этой платформе обозначены цифры. Мы сделаем, поступим следующим образом. У нас есть самые кислые конфеты на всей вселенной. Они называются Toxic West. Они очень кислючие, прям очень-очень-очень-очень. В общем, мозг черепушку просто сносит. Вот. Да. И у нас еще есть 10 заданий. Да. 5 из которых спортивные, физические, гимнастические. Вот такие вот. А 5 из этих заданий просто съесть эту конфетку. Да. Ну, это так слово такое, просто. На самом деле их не просто есть, наверное, многие из вас. Кто ел эти конфеты, пишите в комментариях. Да. Много людей, интересно, ел эти конфеты или нет. И как вам? И какие вам вкусы больше всего нравятся? Их было 3 вкуса, я выбрал самый желтый. Сказали, что это самые-самые токсичные. Вот, ну что, ребята, смотрите, еще раз объясняю условия, кто не знает, что это за игра. Это гимнаст, он отцепляется, вот здесь у нее такие специальные магнитики. С помощью магнита мы его крепим вот сюда, к турнику, и он раскручивается. Раскручивается с помощью здесь желтой кнопочки, вот смотрите. Вот, соответственно, как только он раскрутится со всей силы, надо будет поймать момент, нажать на красную кнопку, чтобы он отпустил турник, и он должен прилететь. Кстати, ребят! Подписывайтесь, нажимайте на красную кнопку, как это. Да, а можно я договорю? Да, конечно. Спасибо. В общем, нажимаешь на красную кнопку, и этот гимнаст приземляется вот сюда. А теперь, что ты там хотел сказать про красную кнопку? Нажимайте на нее и подписывайтесь, а потом на колокольчик. В общем, все поняли, друзья? Все условия. Нажать на красную кнопку, подписаться и нажать на колокольчик. Все, поехали! Короче, друзья, у каждого из нас 3 попытки. Задание, договоримся, выполняем. Хорошо, не было ж такого, я не могу, я не хочу. Кровь из носа выполняем. Все, поехали. Я первый. Первая попытка минус. Минус, припинус. Я его немножко подтолкну, короче, ребят. Быстрее, чтобы процедура шла. А почему 2 раза? Вторая попытка минус. Ничего. Поехали. И раз. Не получилось. Ребята, я вытягиваю задание. Нет, руками нужно. Не глядя. Ладно, все. Лео. 10 прыжков! Все? Так, ну что, ребята, 10 прыжков сделано. Следующий. Следующий камильчик. Я очень хочу, чтобы тебе тоже досталось физическое задание, а не поедание конфет. Так, я тебе раскачиваю и помогаю, хорошо? Я буду камечку раскачивать, а он будет тогда сбрасывать его. Поехали? Сейчас. Не получилось, не получилось. Так, поехали? Я тоже обожаю физические упражнения делать. Ну, сейчас как раз у тебя будет возможность. Молодец. Че, я вытягиваю задание? Так, ладно, давай выйти на задание. Куда? Так. Съешь конфетку? Я за тебя съем. Я ем. Ням-ням. Так
Так, мое задание, я ем конфету. Так, ладно, ребята, очень кислючие конфеты. Я посмотрю на твое лицо. Ой, меня уже вот здесь вот это, как от лимона. Да, я обсмотрю. Это что? Это что-то. Все, поехали. Пожалуйста, сделай. Так, теперь так моя очередь. Три попытки. Я просто представил, как я ем огурец. Я тебе желаю представить, как ты ешь огурец. Это очень помогает. Да? Да. Причем без гимнаста и огурец можно узнать? Ну, когда я ем огурец, от него сок идет. Логическая связь. Я ем огурец, и гимнаст летит. Все, поехали. Я представляю, что я ем огурец. Я ем огурец. Из него течет сок. О, какой вкусный огурец. О, боже, какой огурец. Я на сотку прыгнул, ребята. Вот это огурец. Тяни огурец. Слушай, реально, что за... Со стороны послушай, что за огурец. Съешь конфету, давайте конфету. Съешь конфету? Сейчас быстренько съедим конфетку. Ты что ее грызешь-то? Ей надо облизывать сначала. Че молчишь? Скажи что-нибудь. Че, кисло? Да ладно, она уже кислая очень. Но ты ее разломал, наверное, там уже кислинка пропала. Следующий у нас камильчик. Три попытки. Я раскручиваю, помогаю ему, он нажимает. Поехали. И... Нима? Поехали. Пяу. Пяу. Мимо. И... Хопа! Хоп! 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 О, комитик молодец! Соточка. Огурец? Огурец. Ой, я за конфетами тянусь. Так, я вытягиваю задание. Ну-ка. Ну-ка. 10 отжиманий! Ребята, сегодня я буду полной физической подготовки. Поехали! По-моему, 10. Нет? Один бонус. Продолжаем дальше. А кто еще был? Кто еще был? Ну, я проиграл теперь. А, ты вращал, я вытянул, потому что ты его на сотку кинул. А. Все, теперь... А. Теперь я вращаю. Я хочу еще конфетку вытянуть, пожалуйста. Хорошо. Это все зависит от гимнаста. Ху! Мимо. Поехали дальше, друзья. Рука заела. Эй, это моя очередь была. Ты мне помог? Да. Ну ладно, я не знаю, это считается или нет. Да, считается, давай конфетку. Ладно, хорошо. Давай конфетку. Не, какая конфетка, вытягивай задание. Все, 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 ты уже взял. Нет, я не взял. Ты что, читаешь, что ли, там? 10 приседаний, товарищ. Товарищ. Приседаний. Ну что, готов? Да. Поехали. Раз, два. Нет. Ты что? Нормально, полностью приседай до конца. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Молодец. И... А кто вращает? А я. И ты вращаешь. Я тебе помогаю. То есть я вращаю, ты его скидываешь. Поехали. И оп. Оп. Опа, почти, почти. И оп. Давай, 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 давай.
задание выполним. Так, сейчас задание. Что написано? Съешь конфетку, съешь конфетку. Съешь конфетку, ребятка, смотрите. Мое. А, это красненькая, да, какая-то? Нам остались одни лимонные с тобой. Все лимоны. Ну как? Кислючка? Эй, доедаем. Давай. Как ты там, грыз там, что ты там делал? Давай. Задание выполняем до конца. Так, ну что, ребята, продолжаем? Да. Теперь моя очередь. Каминчик объелся этих конфет. Так, поехали? Я его раскачу. Пап, слушай, когда я языком прикасаюсь к губе, горит язык. Горит? Ну, если я думаю, что их много тоже есть нельзя. Да? Можно потом все рецепторы выжечь себе эту кислотой, да? Поехали. Ну, больше прикольно. Ха-ча! Так, еще две. Смотри, я нажму язык на красный. А что он у меня? А, вот. О, е! Смотрите, как устал, вот так. Так, ну что, тянем? А сейчас ты был огурцом? Нет, сейчас я думал о помидоре, держи. Сейчас я думал о том, как ты будешь сейчас, что там, какие-то еще задания, я уже не помню. Вытягивай. Съешь конфету! Ребятки, смотрите, съешь конфету. Мне сегодня везет конфету. Но ты очень хотел конфеты в самом начале. Открывай рот. О, а это другого цвета, смотри, это лимонная. Это лимонная, там у тебя красная была. Ты не хочешь, чтобы я смотрел и наслаждался? Как ты мучаешься? Ну как вам, ребята, а? Все, погнали, у нас осталось 3 задания. Раскачиваю, ты скидываешь его. Итак, очередь Камиле, 3 попытки. Поехали. Я сейчас. Ай, ребята, посмотрите на это! Это чудо! Ну-ка, 4 пальца. А, проходит он, видишь? Итак. Съешь конфету! Друзья, у нас остались физические задания там. Такое ощущение. Как будто я взял целый лимон, самый кислый на свете, и съел его целиком. Теперь я. Опа. Опоздал, там такая раскрутка классная была. Опа! Ай, чуть-чуть, ты видел? Оп. Проиграл. Ладно, тяну. 2 задания. 10 скачков на скакалке. Я хотела так. И раз. 10. Все? Много. Много. А, я хотел крестиком. Все? Привет. Ну что, друзья, 10 скачков на скакалке выполнено. Следующий. И я раскачиваю. Хопа, давай. Все. Ой, Камиль, давно так не считается. Считайте. Да ты что там ухлюешь? Нет, я не ухлю, считайте. Ты его что, пальцем помогаешь ему, что ли, там? Или ты его... Нет. Ты просто думаешь об огурцах? Ладно, короче, ребята, все... Ой, все физические. 10 раз крутить обруч. 10 раз обруч. А ты не умеешь. Я сейчас научусь, а вы мне поможете, друзья. Отправляемся. Выступает мастер спорта по кручению или вращению, закручиванию обода. Обруча.
Чего ты на меня так смотришь? Короче, поехали! 10 раз! Ау, колени! Еще раз. Он что, откручивается, что ли? Нет, поехали! И дубль 2! Что-то он не крутится! 10 раз! А, ладно, 10 раз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Все. О, живот болит. Реально он это массирует. Фу, ну что, ребята, наш челлендж подошел к концу. Если вам понравилось, обязательно поставьте нам лайк. Большой пальчик вверх. Много-много-много-много лайков. Вообще, разбомбите эту кнопку лайков. Нам маленькие-маленькие части. Прям раздолбайте ее. Напишите в комментариях, не забудьте, друзья, кто кушал вот такие вот конфетки и какие вкусы вам нравятся. Это первый наш опыт по поеданию вот таких конфеток Toxic Waste. Первый раз я, честно говоря, поел, и, ну, они ужасно кислые, ребят. Очень-очень-очень кислые. Были еще красные и еще, по-моему, зеленая такая салатовая коробочка. В общем, напишите, кто пробовал, какие они на вкус. Ну и что еще? Кстати, заходите на наш канал Kikido. Kikido Play. Там очень много сюжетов и... Это Камильчик, это Kikido. Это сейчас мы снимаем на Kikido. Камильчик уже запутался с этими каналами. У нас еще один игровой канал, который называется Kikido Play, где мы играем с Камильчиком в разные игры. Заходите, ставьте лайки, поддерживайте нас, смотрите у нас прикольные игры. Ну и до новых встреч. Пока.